Привет, друзья! Подписчики мои! Ну что ж, сегодня Brave Valkyrie. Я считаю, эталонная валькирия среди всех валькирий. И сегодня, по вашим пробам, в первом ролике, в первом тесте, протестируем, продегустируем ее против трех других ультраеков. Против Вининга Валкирии я, конечно, сомневаюсь, что за это тоже, но вот со слэшкой они могут побороться. С другой стороны, слэшка в последнем ролике показала себя не очень хорошо. И, ребята, это просто апофеоз. Это действительно лучшая валькирия. И, честно вам признаюсь, я, наверное, не хочу видеть еще апгрейдов для валькирии. Мне кажется, что можно выпустить валькирию в рамках рандом-бустера или в рамках, допустим, какой-то эксклюзив BBA серии, да, для турниров. Но улучшать тут уже нечего. Это максимум, что могли сделать Такаратоми, друзья мои. Только посмотрите. Она просто потрясающая. Безумно хочу запустить ее. Поехали, друзья. Лайк, подписка с вас. С меня годный контент. Как и всегда, так и живем. Поехали. Ой. Слушай. Ребята, это супер. Это у меня без комментариев. Это офигенно, это то, к чему Такаратоми шли 20 лет. Я считаю, что это, ну, один из лучших волчков на планете, по крайней мере, ну, не в плане победы, но в плане внешнего вида. Респект этому волчку. Офигенный, какая же, друзья мои, она крутая. Да, кстати, многие писали, что я поставил что-то здесь неправильно, и что нужно как-то, значит, разобрать и поставить по-другому. А как надо поставить по-другому? Подожди, вот так? Как можно поставить по-другому? А, вот! Чтобы типа, ага, вот такая штука, да? О, это мы забайтим, секрет Валькирии назову. То есть можно вот так. Получается, а, и типа писали, что так это атака, в другую сторону это защита, но... Окей, раз так писали, значит так оно и есть, я вам верю на слово. Ну, короче, вот так. Давайте как по правилам, как вы скажете, так и будет. Ребята, я теперь хороший. Вот, я на темной стороне, я теперь хороший и буду теперь делать то, что вы мне говорите, вы мои самые лучшие ребята, поехали. Какой-то космической разницы я не увидел, по-моему, все одно и то же, поэтому сейчас давайте в первом бою сразим новенькую Brave Valkyrie против, а, кстати, интересно, будет, да, слушай, уже пошел немножко подстираться наконечник, но это нормально, когда-то он будет вот таким, то есть поехали, первый бой против Вининг Валкири, вперед! Я к Вининг Валкири отношусь крайне негативно, потому что когда она выходила, ну это прям позор, серьезно, она внешне уступает всем соперникам, и здесь даже долго играть не особо не хочется. Вот, поэтому следующий бой против Чозет, а Брейв Валкири вообще огонь, волчок, серьезно, просто пушка, поехали. Вау! Переборщил я силой запуска, сорян. Эх, ну бой-то... Давай, что за это меня подставляет? Соскочила с пускателя Брейва. Поехали. Нет, слушай, просто космический волчок. Я безумно хочу сразить его против мастера Диаболоса. Вот мне кажется, это реально будет два титана. Блин, какая же она крутая. Какая же она крутая и с легкостью выносит Чозетку, типа, это понятно. И финальный поединок на сегодня. Роликов с Валькирией будет много, поэтому подписывайтесь, не пропускайте новый интересный контент. Погнали! Ну, здесь, я думаю, у слэшки нету ни единого шанса. Даже сегодня исчез не то, чтобы играть не хочется, а просто хочется насладиться видом этой прекрасной валькирии. Очень много писали ребят, типа, срази с третьим сезоном. Окей, следующий ролик будет именно про это.
Да, слэшка все проигрывает. Ребята, ну, Брейв Валкири, вы только посмотрите. Она шикарная. Мне очень нравится. А, знаешь, что мне не нравится? Забыл сказать. Наклейки как-то странно наклеились. У Валькирии наклейки очень плохо клеятся. У атакующих Блейда вообще проблемы с наклейками. Вот здесь они не очень наклеились. Ну, а так, вот это вот, особенно тут грязь, который принт, мне очень нравится. Друзья, вот такой был видео. Подписка на канал. С вами был Лучший Лишний Гамоша. Всем удачи, всем пока-пока. Император Байзон, пока-пока.